ученики! Физкульт, привет! Это уже полюбившаяся вам рубрика «Вопрос-ответ». В прошлые разы в этой рубрике мы с вами рассмотрели вопросы касательно того, можно ли увеличить и увеличивается ли талия от приседаний и становых тяг, как совмещать бассейн и тренировки, можно ли посещать сауну после тренировки, как убрать живот, что такое суперсеты, можно ли их делать, и если можно, то как, какие суперсеты являются грамотными для натурального атлета. Если вы это не видели, пропустили, настоятельно рекомендую посмотреть это. Зайдите в плейлист «Вопрос-ответ» и найдете все эти вопросы и многие другие. Если вы хотите, чтобы ваш вопрос тоже был озвучен, присылайте его в комментарии под этим или каким-либо другим видеороликом, и я обязательно сделаю на него обзор. А сегодня я хочу с вами затронуть тему построения тренировочных программ, именно касательно натурального тренинга. И я дам вам один простой совет, который сразу же покажет вам, какая программа подходит вам, какая нет. Итак, друзья, если вы видите, что в программе вашего тренинга, предлагаемого вам тренинга, неважно, инструктором, либо какой-нибудь социальной сетью, что каждый день включает тренировку, это говорит о том, что эта программа вам не подходит. Совершенно никоим образом, если вы являетесь натуральным атлетом. Для натурального атлета обязательно, как минимум, день тренинга, день отдыха. День тренинга, день отдыха. И ни в коем случае не привязывайте себя к недельным циклам. У меня есть об этом видео и статья. Кому интересно, найдите на моем сайте hmgym.ru, изучите ее, и вы поймете, что в нашем организме нет ни одного биологического цикла, привязанного к цифре 7. Это глупость. Естественно, я понимаю, что все мы с вами, большинство, по крайней мере, привязаны к этой цифре по той простой причине, что это 7 дней недели, и мы с вами как бы работаем 5 дней, потом 2 дня отдыхаем, но это не значит, что мы должны привязывать свой цикл тренинга именно к этой цифре. Обратите на это особое внимание. Итак, понятно, да, что если, к примеру, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница у вас стоят тренировки, для натурального атлета это не подходит. Даже если идет следующий вариант тренинга. Понедельник, вторник вы тренируетесь, среду отдыхаете, четверг, пятница опять тренируетесь. Это тоже не подходит для натурала. И кто бы мне что ни говорил, приводил в примеры Шредера или еще кого-либо, каких-нибудь уникумов. Друзья, 99% из вас, из нас не получат от этого ничего, кроме негатива. Не забывайте о том, что мышцы, мышечные волокна строятся именно в момент отдыха. Не забывайте о том, что когда вы тренируете разные группы мышц, центральная нервная система получает нагрузку, эндокринная система получает нагрузку, мышечная система тоже получает нагрузку, пускай вы даже чередуете их, но связочный аппарат, костный аппарат тоже получает нагрузку. И если вам какой-либо блогер говорит, что для натурального атлета нет ничего лучше, чем тренировать каждую отдельную мышечную группу, и при этом можно тренироваться каждый день, и если вы к этому прислушаетесь, то вы просто навредите себе. Я не хочу никого оскорблять руганью, но действительно, это глупость, и вы будете дураком, если будете применять на себе подобную программу тренинга. Поверьте мне, потому что я уже был в такой ситуации, я уже был дебилом, дураком, который опробовал на себе все, и даже две тренировки в день. При этом я не принимал фармакологию, стероиды, и думал, что я мало тренируюсь. Раз у меня нет роста, значит, надо тренироваться еще больше. Это полная глупость. Советую вам обратить внимание на мои программы тренинга, сокращенные программы тренинга, совершенно бесплатно, в открытом доступе на моем сайте hmgym.ru, в статьях, видеороликах и здесь на канале, в группах. Я везде даю эту информацию. Друзья, хотите прогрессировать? Стройте свои тренировочные программы грамотно. День тренируйтесь, минимум день отдыхайте. В первую очередь это должны быть базовые упражнения.
обязательно включайте периодизацию. Обязательно циклируйте свои нагрузки. Не забывайте о том, что нужно прокачивать все три типа мышечных волокон в нашем организме. Напомню для тех, кто не знает или забыл. Это гликолитические, это окислительные мышечные волокна и промежуточные. И гликолитические, и окислительные мышечные волокна можно и нужно тренировать как на массу, так и на силу и на выносливость. Да, друзья, выносливость – это тренировка определенным типом, определенным образом, направленная на то, чтобы увеличить количество митохондрий в ваших мышечных волокнах. Только подобным образом можно построить свою выносливость. Только такая тренировка повышает вашу выносливость. И при грамотном составлении тренировочного графика, тренировочного процесса, вы, любой человек, за 2 месяца максимум выходит на пик своей собственной выносливости. Конечно, индивидуально для каждого. Не забывайте об этом. Обо всем об этом вы можете также бесплатно найти в моих статьях и видеоуроках. Кому нет времени, кому просто лень этим заниматься, у меня для тех есть отдельная специальная закрытая платная группа. Вступить в нее стоит всего $150 единовременно. И там на каждую новую неделю для парней и девчонок выкладывается новая программа тренировок, как раз таки направленная на все типы мышечных волокон, которые чередуются, и мы тренируем и силу, и массу, и выносливость. Обязательно это нужно делать. Надеюсь, вы поняли, как оценивать программу, ту или иную, любую, с точки зрения натурального тренинга. И если вы натуральный атлет, не спешите. Не торопитесь, поверьте, вы только будете загонять себя в перетренированность. Когда вы слышите, что перетренированности не существует, слышите это от огромных, захимичных, нереально атлетов, и при этом применяете это на себе, при том, что эти атлеты в большей степени тренируются на «отъебись», извиняюсь за выражение. Посмотрите, как тренируется Фил Хит, как тренируется Катлер и большинство других чемпионов. Не будем брать отдельных выдающихся личностей, таких как Дориан Яц или Ронни Коулиман. Нет, посмотрите на большинство фитнес, бизнес, индустрии от бодибилдинга. Они все в основном просто занимаются ерундой, работая с для них относительно слабыми весами, просто накачивая свои мышцы. Почему? Потому что в их крови и так плавает огромное количество гормонов. Вы как натуральный атлет обязаны просто синтезировать эти выбросы в своем организме, в свою кровь, гормонов, именно за счет тренинга, за счет отдыха, за счет питания. И если вы будете борщить, перегружать свой организм, свою эндокринную систему, центральную нервную систему, любую из своих систем, вы будете получать только негатив. И вы этот негатив получаете. Поэтому, друзья, будьте крайне внимательны, это очень важный вопрос. Можете кидать в меня камни или еще что-либо, но отсутствие вашего прогресса только в том, что вы прислушиваетесь к глупых людей, сидящих на фармакологии, советующих вам, натуральному атлету, тренироваться каждый день, не делая дней отдыха. Думайте своей головой, и будет у вас все, и сила, и масса, и самое главное – здоровье. Не пропустите, в следующий раз я отвечу на вопросы, часто задаваемые мне вами в комментариях, в группе ВКонтакте, на сайте моем, в Инстаграме. Не пропустите, думайте всегда головой, правильно питайтесь, грамотно тренируйтесь, адекватно восстанавливайтесь. Будет вам тогда сила, масса и здоровье. Увидимся в следующий раз.